Здравствуйте. Как у каждого читателя, у меня есть свои любимые писатели. И прежде всего, среди детских авторов я ценю белорусский дуэт. Это Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Очень много книг ими написано. И что привлекает меня в данных авторах, в том, что они умеют найти в реальной жизни увлекательный сюжет и построить его так, чтобы книга читалась захлеб, чтобы ее можно прочитать буквально за один присест. Понятно, что такое можно только, если писатели тесно сотрудничают со своими читателями. Прежде чем отдать текст в издательство, Игорь Жвалевский и Евгения Пастернак публикуют текст либо на форумах родительских, либо в своем живом журнале, и внимательно читают и всегда реагируют на комментарии. Поэтому, видимо, эти произведения всегда находят отклик у широкого круга читателей. И первая книга, с которой бы я вас хотела познакомить, это «Гимназия номер 13». Не всякий может написать о школе так, чтобы в школу хотелось ходить. Само название говорит, что здесь явно что-то нечисто. И действительно, авторы вплетают в реальность мифологию, славянскую мифологию. Как любая книга Жвалевского и Пастернака, здесь очень много загадок. Я бы сказала, что эта книга – это своеобразная не столько роман-сказка, сколько роман-квест. Потому что героям книги, как и читателям, нужно пройти различные препятствия, разгадать головоломки. И только тогда сотворившие хулиганство шестеро ребят смогут попасть из вне времени, куда они попали, в нашу реальность. В основе сказочной части сюжета лежат различные мифические сказания, и мы встречаемся с вами с героями сказок Пушкина, с различными языческими персонажами, допустим, Перуном и Кощеем, кстати, последний оказывается женщиной. Мы встречаем с вами русалку на ветвях, правда, без хвоста, но с хвостом оказывается Берегиня, которая живет в бассейне. Но кроме сказок, здесь есть и другое, есть реальность. И без знания законов физики или химии, наверное, героям не удалось бы благополучно выбраться из сложившейся ситуации. Иллюстрации в этой книге не яркие, они черно-белые, где-то как коллаж, где-то как рисунок, где-то похожи на изделия из слоеного теста. И, наверное, такие иллюстрации, они тоже оправданы, потому что лишний раз подчеркивают о том, что деление на белое и черное в этом мире довольно-таки условно. Будет ли это интересно детям, я не знаю, но мне кажется, что обязательно будет опровергнут или подтвердят мои слова наши юные читатели. Мне понравилось в этой книге то, что она захватывающая, и ее хочется читать на одном дыхании, то есть не прерываясь. Но это довольно тяжело сделать, потому что в ней больше 300 страниц. Но я считаю, что эту книгу можно было, ну, было бы интересно прочитать детям от 10 до где-то 15-14 лет. Как по мне, это одна из лучших прочитанных книг мною, потому что там все-таки идут всякие примеры из Древней Руси, то есть там все эти бога. Ну, я все-таки узнала, как здороваться с домовыми. Я думаю, она бы очень была интересна в экранизации, потому что там очень-очень клевый сюжет, и все-таки это прям очень хорошая книга. И поскольку она очень зрелищная, ну, в читании, я не представляю, как бы она клево смотрелась в экранизации.